Пацаны, девчата, всем здорова, с вами Влад Кабуста. Сегодня ваша самая любимая рубрика – это прокачка моего основного состава. Нашей целью является прокачать состав хотя бы минимально и также еще забрать карточку Садио Мане, потому что это великолепная карточка, у меня особо нету слов по поводу этой карточки. Сейчас вам все покажу и все расскажу. Напоминаю всем вам, каждые 1000 лайков, которые вы набираете, с меня равно один набор с Форестером. В этом наборе у вас будут находиться очки района, плюс также еще за 1250 самоцветов вы еще дополнительно сумеете получить 400 очков района. Так что для того, чтобы вы сумели принять участие, вам всего лишь нужно подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, кто что вы участвуете, и обязательно подписаться на мой телеграм-канал, а также на мою страничку в Инстаграме. В телеграм-канале я буду делать для вас результаты. Не пропускайте ни в коем случае. Для всех начинающих абсолютно все сборки находятся у меня в телеграм-канале. Друзья, ну а спонсором сегодняшнего ролика является компания OneX, где самые высокие коэффициенты абсолютно на любые спортивные дисциплины. С помощью моего промокода на сайте OneX каждый из вас гарантированно получает бонус в размере 6500 рублей. Вам всего лишь нужно быть обязательно новым пользователем, ввести мой промокод и получить свой бонус. Помимо этого всего, регистрация проходит в один клик, ставка без риска и, что немаловажно, вывод абсолютно на любую платежную систему. От себя хотелось бы мне дополнить то, что будет много разных интересных матчей АПЛ, Серия А, Лига 1, ЛЧ, Лига Европы. На все вот эти вот мероприятия мои друзья будут давать вам самые высокие коэффициенты. Воспользуйтесь, пожалуйста, моим промокодом для того, чтобы меня поддержать и помочь в этом нелегком деле. Спасибо большое каждому из вас. Ссылку на моих друзей из компании OneX я оставлю каждому из вас в закрепленном комментарии. Действуйте как можно скорее, либо сканируйте этот прекрасный QR-код. Ссылку, если что, оставлю в описании. Первым делом, почему я его хочу забрать? У меня есть карточка Барнса с рейтингом 101. Я понимаю то, что да, хорошая карточка, плюс еще это кумир, но, ребята, когда перед нами стоит выбор забрать вот такую-то офигеннейшую карточку Садио Мане с офигеннейшими характеристиками, плюс еще усиление навыка второй нападающий, я, честно, раздумывать, ну, не стал и понимаю то, что нужно его забирать. Притом я за него особо еще не играл. Огромный плюс этого СБЧ, то, что мы забираем 200 усилений навыков, 500, монетки забираем 1000 и финалочка у нас 2000 усилений навыков. Достаточно неплохо для того, чтобы мы сумели прокачать овер своему составу. Так, усиление навыков, 200 штучек, просмотр испытания, давайте мы заберем. Ребята, делайте, пожалуйста, скриншоты, а ну-ка сейчас я себя сумею переместить чуть-чуть, чтобы вам все видно было. А ну-ка, если мы вот так сделаем. Надеюсь на то, что вы меня хорошо слышите, и можно продолжать. Нажимаем отправить. Так, первая сборка. Хорошо, хорошо, усиление навыка получаем. Нажимаем далее. И вот сейчас, конечно, задротство такое будет. Просмотр испытаний. Я не знаю, стоит ли вам показывать, как это все дело делаем. Думаю, то, что на перемотке лучше вам все это покажу, потому что, ну, вы охренеете от того дела. Ребята, все самые полезные сборки будут находиться у меня в телеграм-канале, потому что там сбрасывают абсолютно все, что угодно. Все лайфхаки, все находится там. Действуйте как можно скорее. Забыл еще одного игрока купить. Переходим на рынок. Сейчас мы его будем покупать. Узнаем, сколько он по стоимости. Бляха, вот так начинаешь собирать и что-то забываешь. Вот так всегда. Так, покупаем эту карточку. На самом деле не особо дорогие сборки, но и не супер дешевые. Вот чтобы вам не соврать прям 100%. Испытание подбора команды. Заходим сюда. Монеты 500 тысяч. СБЧ номер 2 для получения карточки Садио Мане. Нажимаем отправить. Подтвердить. И мы получаем 500 тысяч монет. Да, конечно, не особо много, но что поделать, тоже неплохо. С БЧХ номер 3 полетели. Пишем Манолас. Рейтинг 81, хорошо. Дальше Запата у нас идет. Запа. Собираем потихонечку, по чуть-чуть, для того, чтобы взять вот все по красоте просто. Ребята, это не моя СБЧХ, это все с телеграм-канала. ВКЗ-81. Я думаю, то, что сегодня на изи мы сумеем собрать. Оскар. Поиск. Паул пишем. Паул. Или как там? Паулиньо. Добротненько. Вот это максимально легкая СБЧ. Я собрал ее быстрее всех. А то остальные СБЧки так долго их собирал, пока найду игрока и так далее. А тут максимально все быстро произошло. Так. Рейтинг 82 у него. И 3 пья. 3. 81. И последнего. Молд. Хорош. Хорош, просто хорош.
Ребята, делайте скриншоты для того, чтобы вы сумели тоже собрать эту СБЧ-ху и получить все самые достойные награды от EA Sports. Радует то, что дают нам здесь монетки, плюс нам еще дают, вот самое главное, это усиление навыков для прокачки состава. Отправить нажимаем, подтвердить. Хорошо, СБЧ-ха номер 3 у нас выполнена, ребята, это прям реально круто. Надеюсь на то, что нужные усилки мне выпадают, потому что состав я буду менять кардинально. И вот то, что у меня сейчас с составом, это, конечно, круто, но многих игроков мне нужно заменить, потому что вот реально они там не нужны в этом составе. Просто не знаю, как с ними поступать. Так, и ПК номер 4. Делайте скриншот из БЧ номер 4 у нас пройдено. Нажимаем отправить, подтвердить. Добротненько, добротненько. Осталось немножечко, и мы сумеем забрать самую ответственную, самую топовую карточку. Это Садио Мане. Усиление навыков. Стараемся все по красоте сделать. Баттон. Вижу сразу его. Хорошо. Андерсон. Микель, я тебя тоже буду ставить, но давай... Хорошо, давайте его пока сюда поставим. Микеля сюда. Так. Аг пишем. Агуилар. Хорошо, его сюда поставили. Рейна. Так. Рей. Порядок, порядок. ПП, стокер у нас. Вот, стокер есть. Тут немножко по-другому пойдем. Джо пишем. Джо. Йонг. Хорошо. Так, у нас остается три позиции. Так, а ну-ка давайте вправо листаем. Вправо его поставим. Зиммерман. Дальше. Пишем Бойл. Четко. И последнего РК, и все. Фильтр. Синк. Опа. Самая быстрая СБЧ-ха, которую я собрал. И ПК номер 5. Вот прям реально максимально все быстро. Это, кстати, не особо дорогая сборка, если вы сейчас собираете ее. Хорошо, хорошо, усиление навыков мы забрали. Я уже жду не дождусь, когда я сумею забрать карточку Садио Мане. Вот прям реально я жду не дождусь. Это топ карточка. СБЧ номер 6. А дальше у нас еще 2000 усилений навыков идет. Это прям вообще красота. Мы пишем нав. Наваса заберем. Навас. 83. Тут немного дороже СБЧ-ха, примерно 5-6 миллионов монет. Гризман. Его поставим сюда. Этого ставим. Ивана сейчас должны поставить. Ивана. Де Йонга дальше. Де Йонг. Здесь Оскар. Оск. А, перепутал. СК. Так, пишем. Хорошо, его ставим. ЛЕ. Хорош. Рейтинг 83. Надеюсь, не ошибся. Там некоторые игроков просто надо было прокачать, если я не ошибаюсь. Янич. ПЖ. ПЖ. Ну, давайте вот так. Должен найти его. Хорош. Дальше. Бускетс. БУ. Вот. Бускетс. И Сусо. Вот его, кстати, сложно найти, Сусо. Не могу понять, почему так. СУ пишу. И не могу его карточку найти. Хорошо, давайте рейтинг сделаем 88 по 88. Надеюсь, так, я сумею его найти. Да. А то почему-то ничится. Не могу понять, в чем причина. Ну, вот. Максимально быстро, не особо дорогая СБЧ-ха. Зато сколько всего мы получаем. Ребята, делайте скриншот и полетели дальше. Кто еще не успел, ну, сорян. Отправить нажимаем, подтвердить. Надеюсь на то, что вам понравился такой ролик. Вы не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И напоминаю, каждые 1000 лайков с меня равно один набор с Форестером. Чем больше лайков набираете, тем больше наборов я сумею вам разыграть. И вы сумеете получить карточку Месси, либо Казимиру. Сами решайте. Так, усиление навыков. Последняя СБЧ-ха, самая сложная. Ну, не самая сложная, но довольно-таки сложная. Некоторые карточки нам вообще бесплатно давались. Золо берем. Этого игрока, который, ну, нам подарили тоже. Но его чуть-чуть качнуть надо было. Вот так вот мы делаем. Хорош. Теперь
Лак. Ля Казет. Раджан Нгаван, поставим сейчас его. А, давайте, НА. НАИ. Я думаю, сумею его найти. Рейтинг его карточки 96. Я просто завтыкал купить две карточки. Ну-ка, сейчас проверим, сколько они стоят на рынке. Хутсон. 552 тысячи, нужно его карточку покупать. И нам также еще нужно купить карточку Педро. Я не знаю, сколько Педро карточка, конечно, стоит. Рейтинг 91 у него, 91. 774 тысячи. Забираем. И с помощью этих двух карточек, которые мы забрали сейчас на рынке, мы сумеем собрать эту СБЧ-ху. Так, испытание подбора команды. Все, самое финальное, самое сложное уже у нас позади. Просмотр испытания, нажимаем сюда. ПП-шку мы закинем. Давайте вот так вот. Еще одного игрока. Пэд. Все. Мы сумели это сделать. Хорош! Ребята, ставьте лайки, подписочку. Мне реально будет приятно, если вы будете поддерживать мой канал. А я пока забираю усиление навыков, потому что они реально мне пригодятся. Бомба. Столько всего дается. Капитан 60. Бокс-то-бокс 40. Так, а где второй нападающий? 100! Ого! Я уже доволен этой СБЧ-хой. Так, мы сумели преодолеть все самое сложное. Теперь мы должны забрать просто-напросто карточку Садио Мане с рейтингом 99 ПШ-чку. Все, вот эти вот статы, которые я реально хотел получить от этой карточки, я его забираю. Просто нужно забирать. Нужно нажимать забрать и все. Давай, 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 хорош! Мы сумели забрать карточку Садио Мане. Фух, все, кайфуши, кайфуши, просто такие жесткие кайфуши. Так, а ну-ка, что у нас там по усилению навыков? Остается чуть-чуть для того, чтобы некоторые прокачать. Но смотрите, ребята, эти усилки я не буду прокачивать, потому что смысла особо нету. Так, что мы сделаем сейчас? Мы возвращаемся к моему второму составу, который я сейчас собираю. Барнс, сорян, мы тебя будем менять. Садио Мане, мы пока что ставим вот так вот. Просто зацените вот эти вот бешеные статы у Садио Мане. Это реально сумасшедший игрок. Столько всего плюс мы еще получили, когда забрали эту карточку. Ребята, что вы скажете по поводу этой карточки? Как она вам? И это при том, у него рейтинг 99. Если мы сделаем 102 рейтинг, это будет прям вообще тупо такая разносная карточка. Ровно за одну монетку мы ему можем качнуть овер до 102. И плюс еще, как только у нас откроют прокачку до 103, я сумею за 2 миллиона 800 тоже ему качнуть рейтинг 103. Не знаю, стоит не стоит этого делать, но это прям максималочка, это имбовая карточка. Ах, сделать это или не сделать? Отпишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы хотели, чтобы я поступил. На позицию ППшника я сейчас еще жду карточку Пепе. И вот тогда мы будем просто-напросто бомбить. На позицию нападающего я думал забрать карточку Это. Но почему-то вот просто не склеивается у меня с ним. Не знаю, стоит не стоит тратить столько много денег для получения этой карточки. Пока что еще не решил. Мы заходим в события весенние каникулы. Посмотрим, что здесь у нас находится. Район. Я пока что вообще не определен, что я хочу забрать в этом событии, что не хочу забрать. Не знаю, нужна ли мне карточка Месси. Вот просто пока в замешательстве. Надо ли она мне или не надо она мне. Хорошо, давайте пока потратим 195 жетончиков. Посмотрим, что я сумею получить. Монетки. Хорошо, монеты мне пригодятся. Тренировочный опыт 40 тысяч. Может быть, позабирать игроков и попродавать их? Хотя хз, блин, надо ли мне это делать? Монеток вроде бы как хватает. Друзья, ну а с помощью моего промокода на сайте OneX каждый из вас может получить гарантированный бонус в размере 6500 рублей. Нужная ссылка находится в закрепленном комментарии. Действуй! И что мне сейчас выпадет? Интересно, рейтинг какой выпадет в этом наборе? Пожалуйста, максимально имбовая карточка, выпадай. Просто, если можно, удивите меня, яшники. Хорош, 92-го, Дерун! Дерун, блин, выпадает мне. Нет, ну это прикольно, однако, но Дерун как-то так звучит еще. Очки VIP 500 штучек. И очки района 400 штук. Они вот реально пригодятся. Вот эти вот очки всегда нужны для того, чтобы просто ни в чем себе не отказывать. Покупка у нас завершена. И вот все же думаю, стоит ли мне карточку Барнса вливать или не стоит вливать. Ребята, по накрутке монет либо FIFA Points обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте. Цены постараюсь сделать каждому из вас приемлемые. А на место балка я думаю поставить карточку Казимиру, которая у нас появится в наборах. Вот это вот реально будет шок-контент, такой жесткий притом. Сюда Месси, здесь Казимиру, возможно Рут Гулит будет здесь.
А вот сюда поставить карточку Пеппи, вот тогда вот реально будет состав такой мощнейший, просто такая пушечка будет, вы охренеете, ребят. Что скажете, стоит ли мне так поступать? Так, ребята, я постараюсь сейчас играть с кликера, не знаю, получится, не получится. Хорош, хорош. Неймар, Неймар, давай, 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 давай. Бляха, с кликера сложно играть. Вот как-то так не особо легко, но... Ай-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, как люди играют на этом кликере, это просто невозможно. Ну, то есть с Нокса. С этого эмулятора, я что-то перепутал чуть. Так, давай, давай, хороший момент, пожалуйста, нам Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе принимает мяч. И сумел даже забить, да ну ладно. Прикиньте, я сумел с эмулятора еще забить 2 гола, это шок-контент. Третий гол залетает. Месси, 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 ну вот, ну вряд ли, мне кажется, сли... А если вот так вот сделать? Это невозможно, как я так вообще забиваю голы? Это реально необычно для меня. Я играю с помощью мышки. Вот реально, я с помощью мышки играю. Не с телефона, как обычно играю. Месси, сумеешь? Да ну нафиг, это что за команда у меня такая? А ну... 7-7 играем. Если бы я еще и вырвал, я бы охренел. Ну, понятно. Короче, мышкой сложно играть, но противник молодец. За то, что меня сумел победить. Такой доволен еще, он не представляет то, что играет с компьютера, думает, капец, как я его наказал, думает, так надавал ему люлей, такие бум-бум-бум-бум-бум. Мы состав со следующего ролика начинаем максимально прокачивать, будем пытаться все сделать так, чтобы было красиво. Я уже жду, когда у нас появится в игре карточка Николаса Пеппи, и тогда все будет совершенствоваться у меня в составе. Вот, ребята, дождитесь, все самое лучшее только для вас будет совсем скоро. Всем вам до скорых встреч, и всем вам... Стоп. Вы еще не подписались на канал? Подписывайтесь, потому что только для вас будет розыгрыш на наборы района. Обязательно участвуйте, лайк, подписка, комментарий и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там будут находиться все результаты, плюс еще там будет все самое жесткое, самое интересное, все СБ-чехи, лайфхаки, все именно там находится. Ребята, большое спасибо каждому из вас за просмотр, всем вам до скорых встреч и всем вам пока!